Всем привет, с вами Дэн, а это Примринг, а это танк. Как ни странно, но действительно это так. Это военный боевой танк Т-72. Почему? А потому что первый военно-патриотический фестиваль «Найди себя» начинает свою деятельность на Приморском кольце. Дамы и господа, мы начинаем. Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети, и летит он на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол глянет! Мы живем на отцовской земле,